dvhub.ru. Небольшой подарок, который вам пригодится. Это наборчик автомобилистов, управляем наступающим праздником. Желаю вам гладких дорог, никогда не попадать в передряги. Жители открытия города Хабаровска, поздравить вас с наступающим Международным женским днем. Наверное, пожелать безопасных дорог, соблюдения правил дорожного движения. Ну и тех неприятностей, которых не нужно ждать никогда. Спасибо вам большое, очень неожиданно. Не ожидали, да? Приятно. А можно вас попросить вот рассказать какой-нибудь стишок про 8 марта? Знаете? А поздравить женщин? Хочется поздравить всех женщин с наступающим 8 марта. И счастье. Самое главное. Ежегодно проводятся такие, наверное, предпраздничные мероприятия. Госавтоинспекция поздравляет женщин-автолюбителей, желает им безопасных дорог, наверное, поднятия настроения, дарит цветы и нужные подарки для автомобилистов. dvhub.ru